Мы услышали, наверное, пение птиц, так что все по-честному. Весенний концерт у нас. И ручьи там текли, и первый гром. Гром в партитуре так и написано. Я уж не стал отвлекаться на это. Все в том месте, где он это ощущал. Иногда я даже поворачиваюсь к публике, а вот ручьи потекли. Нам Михаил не любит. Василий Сивильский, цирюльник, одна из таких самых знаменитых